Добрый день! В этом видео я расскажу, как сделать вот такие вот сиамские кубы 3×3. Технология подойдет и для того, чтобы сделать тройной такой сиамский куб. И по тому же принципу делается и 4×4 версия. Но там есть некоторые особенности, по ссылке в описании можете посмотреть какие. Что нам потребуется для того, чтобы сделать сиамские кубы 3×3? Ну, во-первых, два одинаковых кубика. Я использую Milong 3M. 2020 года выпуска. Далее режущий инструмент, подойдет канцелярский нож, самый дешевый суперклей из фикс-прайса и ватная палочка, наверное, пригодится, чтобы распределять клей. И коврик, на котором буду резать. Открываем кубики. Абсолютно одинаковые и совершенно новые. Если у вас кубики БУ, то места для склеивания, наверное, лучше обезжирить заранее. Эти вроде бы сухие, без смазки, поэтому я этим моментом пренебрегу. Нужно определиться с цветовой схемой, в которой будут склеиваться кубики. Мне нравится вот такая, сделаю здесь такие же. Для этого мы соединяем кубики вот таким вот образом. А значит, вот эти элементы будем склеивать. Из левого кубика извлечем одно ребро, из правого два угла. Получается вот такая вот картина. Я извлек бело-красное ребро. И углы оранжево-желто-синий, оранжево-желто-зеленый. Соединять будем кубики вот так. Но видим, что как-то не очень, а что-то мешает. Мешает уголок вот этого ребра. Его нужно немного подрезать. Посмотрим, как это будет выглядеть на милонге. Сначала отрежу на глаз. Извлекаю ребро. Беру резак. И аккуратно, примерно отступив пол сантиметра, делаю надрез. Получились две вот такие вот детальки. Ну, видны магниты. Срез получился не очень ровный, но значение особого не играет. Главное, чтобы осталась площадь для склеивания. Получилось что-то такое. Соединяем кубики обратно. Видим, что все хорошо, зазора нет. Так будет вращаться. Получается, вот такого количества среза хватает. Ну, с этой стороны я отступил примерно 5 мм, с этой получилось чуть больше. Чтобы ребро не приклеилось к центральным элементам, я вставляю куски бумаги, чтобы предотвратить клею путь. Теперь будем уже клеить. Причем приклеивать я буду сразу кубики целиком, чтобы приклеить ровно и остальные детали не мешали при вращении. Не отдельно ребро приклеиваю, а вместе с кубиком. В правый кубик также вставляю для безопасности немного бумаги, чтобы лишнее не приклеилось. Беру суперклей, наношу небольшое количество на боковые стороны ребра. Можно прямо на шов, чтобы детальки между собой тоже склеились. Можно ватной палочкой распределить. По краям особо не нужно. Слишком много клея не надо, чтобы он не вытек. Вот эти можно убрать. А эти пока оставим. Аккуратно вставляем ребро между уголками. Выравниваем. И прижимаем уголки на некоторое время. Но желательно посильнее. Ждем. Прошло 40 минут. Можно оценить результат. Вращается, вращается, вращается. Везде вращается. И не разваливается. Ну, лучше, конечно, подождать подольше. Но я думаю, можно попробовать перемешать и разочек собрать, чтобы оценить, как это работает. Подобная модификация делает сборку гораздо интересней. Можно купить два абсолютно любых кубика, можно даже разных, но лучше одинаковых, и из них сделать такую головоломку. Стандартных алгоритмов для сборки здесь будет уже недостаточно, но из метода для начинающих потребуется чуть побольше. Соберем так. Я соберу белый центр здесь, оранжевый здесь, потому что можно видеть здесь белый, тут зеленый, значит слева. А нет, слева должен быть красный. Поставлю сначала сине-красное ребро.
красно-зеленые поищем. Поставим сюда. То есть два вот этих ребра я собрал. Дальше можно поставить ребра креста. Крест одного кубика готов. Собираем пары. Одна. Здесь чуть посложнее. Вторая. Сломал, к сожалению. Задний свод. Дальше. Получилась неудобная точка. Решим ее вот так. Восьмерку решаем через две рыбки. Ну и получаем ее перм. Здесь невозможно крутить движение фронт. Поэтому не все алгоритмы подходят. Дальше собираем с другой стороны. Здесь должен быть желтый снизу. Оранжевый как раз слева. Собираем сначала вот эти ребра. Зелено-оранжевые, сине-оранжевые. Дальше собираем желтый крест. Здесь есть зеленый. Ну и собираем пары. Одна есть. Вторая есть. Опять такая же восьмерка. Ну и скип. Все работает. Отличный кубик. Теперь их у меня два. Это я еще даже не смазывал. При желании тем же способом можно различные комбинации делать. Я как-нибудь сделаю в отдельном видео. 4×4 делается посложнее. Посмотрите по ссылке в описании. На очереди 5×5, 6×6 и 7×7. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.